Неповторимая атмосфера, приподнятое настроение, зеленые поляны, музыкальные аккорды и стильные наряды. В Алматы на гольф-поле журнал «Esquire Казахстан» собрал своих друзей на летний пикник. Популярность этого издания среди мужчин говорит о том, что проект один из самых успешных в стране. На страницах «Esquire Казахстан» множество тем. Политика, новые технологии, мода, здоровье, искусство, спорт. И на пикнике, который проводится во второй раз, гости могли посетить ярмарку ремесленников, поиграть в пинг-понг, настольный хоккей, бадминтон или твистер. Журнал «Esquire» — это концептуальный вообще проект, который рассказывает про личности, рассказывает про интересные истории жизни. И, в принципе, его читают как мужчины, так и женщины. Популярность «Esquire» в какой-то степени обеспечивает свободу выбора тем. Немаловажно и то, что журнал уже стал эталоном вкуса и хорошего тона. Гости из Москвы, музыканты популярной группы On The Go, тоже читают это издание. Очень приятно, народ собирается, публика очень приятная. Несмотря на то, что пикник Esquire проводится второй раз подряд, он уже завоевал право называться одним из самых крупных. В этом году его посетили около 1500 гостей. Очень весело, хорошее мероприятие. Я считаю, что такие мероприятия надо проводить почаще, потому что на них как раз люди отдыхают, общаются, знакомятся. Кстати, эти слова произносили очень многие. Гостям по душе пришлась не только неформальность обстановки, но и позитивный настрой собравшихся. Галина Муленкова, Валентин Лобанов, 24KZ из Алматы.